Всім привіт! Друзі, зараз знаходимося в Харкові. Заїдемо на завод Тетра, хочу затаритися, купити проволоку собі, і там замовляв Толя сипав, Толя привіт, і сітку. Тому зараз заїду на завод Тетра, і є такі плани, я попередньо по телефону трошки з Альоною домовився, що якщо все нормально, нам проведуть маленьку екскурсію. Тобто покажуть своє виробництво, яка проволока, яка сітка, ну, щось покажуть. Тому, кому цікаво, де придбати проволоку, сітку для наших, ну, для ДЕН, для наших потребностей, так сказати, то це відео саме для вас. Сітка, проволока і контакти, і інформація, і ціни будуть саме в цьому відео. Так що, якщо все здасться, я для вас зніму маленьку екскурсію. Все, чекайте. Ну і ось сам завод Тетра. Так що, друзі, пішліть. Ну, это для нас, как раз для нас, для вас, делаю такую маленькую экскурсию, где покажут, это мы в цехе, где по проволоке именно, правильно? Ну, это где сетка производится. И сетка. Да. Ага. Ну, у нас привозная вся, вот у нас, вот пятый диаметр. А вот, друзья, та проволока, которую мы с вами покупаем, вот в таких они бухтах. А скажите, пожалуйста, а бухты минимальный размер, это какой? Разный. Какой? Раз, ну, минимальный, то есть... 4 с копейками, 6 килограмм. Да, вот то есть, кстати, от 7 и выше? Нет, мы стараемся брать вот такого диаметра, потому что чем больше катушка, тем она может быть раздавливать ее. И потом она путается, и есть, ну, определенный... Вот, 2,66, вот как. Ну, нам, пчеловодам, нужна как бы нормальная такая будет фасовка. Ну, вот она самая такая для работы, наверное, удобнее. Ну да, ну получается плюс-минус от 5 килограмм и выше. От 5-7, где-то приблизительно. 5-7. И, а можно вот проволока, допустим, пчеловоды, как правило, используют 0,5 проволоку. Ну, есть кто 0,4. У вас на сайте, я смотрел, там разные диаметры есть, правильно? Ну, в наличии у нас практически всегда есть проволока. Ну, это вот 0,2. Вот 0,2, это потоньше, друзья. Дело в том, что, например, чем отличаются 304 от 321 отличается только по химсоставу. Там есть содержание титана, ну, там вот нету содержания. Я все-таки вас поснимаю, хоть да. Вы просили, ну, сильно не снимать. Да. Смотрите, то есть два вида проволоки марки стали. Да. 300... Нет, марок стали, да, много. Принести, да. Ну, да. У нас для нержавейки, как правило, это 304 и 321. 321. А какие отличия сильные есть там какие-то в них? Смотрите, ну, например, 304 08H18N9 просто. Да. А в том 321 08H18S9T, блин. Содержание титана присутствует там. То есть в титане очень, там. Да, очень минимальное содержание, потому что... А титан дает крепость проволоки? Ну, это оно в большей степени как бы используется в пищевой промышленности, в химической, ага. Там вот в таком плане. А вообще, ну, по большому счету, по вязкости, да. Понимаете, она отличается не в том плане, не 304 и 321 по вязкости, она отличается по степени разрыва. Вот мы, например, работаем с степенью разрыва определенных, и мы поэтому ее и покупаем. Она, может быть, вязкости имеет одинаковую. Я понял. Просто есть пчеловоды, которые, ну, пользуются проволокой, говорят, там проволока тянется, там не тянется. Значит, тогда, может быть, там вязкость другая. То есть вот в этом, просто-напросто, да? Мы для себя заказываем, которая степень разрыва там, ну, определенная. Поэтому, в общем-то, ну, вот в этом и вся отличие. Понятненько. То есть я увидел катушки, друзья, смотрите. Ну, самые маленькие. Для нас, ну, пчеловодов... Это уже. Не, это ну, черные, да. А у вас, кстати, черная есть проволока? Черная, да, всегда в наличии. Друзья, кстати, вот я как-то когда-то рекламировал нержавейку, но оказывается, я как-то не придавал значения, есть черная. Да. А вы так по памяти не скажете плюс-минус ценовой вот, как бы, диапазон? Или это на данный момент трудный вопрос? Ну, если по памяти точно не скажу, но где-то, может быть,
в районе там 60 рублей, ну, может, чуть-чуть больше. За килограмм? Вот так, за килограмм, да. За килограмм. И тоже ж есть диаметр разный, он, ну, то есть... Мы работаем в основном с диаметрами от 0,25, ну и выше. Это получается 0,25, всегда они в наличии. Угу. Поэтому это не то, что он, это не говорится, что мы просто проволоку купили, продали, мы из нее производим сетку. Угу. Сетки производим различные, не только для пчеловодов. Ну, а мы ж пойдем, вы покажете нам, пчеловодам, еще про сеточку что-нибудь? Конечно. Просто сейчас мы остановимся на проволочке. Друзья, проволоки очень много. Мы сейчас тоже, я себе куплю, как и думал, и там мне просили, и покажем вам. Бухточки маленькие, что очень удобно. Есть черная тоже. Да, черная, да, всегда в наличии. А кто занимается, кому можно звонить по заказам? Это целенаправленный человек, чтобы, ну, смотрите, ну, пчеловода много, и сейчас начнутся звонки тому бухточку, тому одну, тому две. Ну, в общем, смотрите, какая красивая девушка. Были, такие... То есть телефоны, которые есть на сайте, да? Да, на сайте, да. Все, друзья, телефоны есть на сайте. В принципе, я могу оставить в комментариях, закрепить, правильно? Конечно. То есть, ну, вы мне подскажете, какой. Хорошо, да. Друзья, для нас такую экскурсию делают, поэтому не сочтите за рекламу, хотя это реклама. Ну, тем не менее, вот смотрите. Суперовая бухточка. Вот когда вот такие вот катушки, ну это более толстая проволока. О, приходит. Вот такие когда-то брал. Это, ну, вы понимаете, если вы возьмете вот на таких катушках там 0,5, 0,4 проволоку, угу. Если она треснет, да. Вы ее не распутаете. Просто мы вот для работы покупаем это максимальное для такого, это 0,7 проволока. Ну, но нет. Лучше с такими, в таких диаметрах не работать. Ага. Она может под своим весом раздавиться. Ага. Плюс проволока идет, пока доходит она же идет по океану, все-таки вода присутствует, особенно в зимнее время, пока она доедет до растаможенца. Если попадает влага, катушка... треснуть, ну, может. Я для своих пчеловодческих дел брал такую, ну, большую катушку. Да. То мы использовали быстро, все классно было. Ну, так это хорошо. Это... Вот так, друзья, станочки работают. Я думаю, что будет многим интересно. Видите? Вот так вяжется проволока. Это все производство такое большое, красивое и рабочее. Так, идем дальше. Я просто так напросился. Сетка 2,5 на 0,5. Не, пусть. Да. Ну, мы, в общем-то, на этих станках мы производим 1,30 шириной. Но если, ну, так, точно так же и делается и метровая. Поэтому вот она вот так вот производится. Это те, которые ячейки, ну, как бы, есть 2,5 на 0,5 и 1,2 на 0,32. Ну, на том, ну, станке делается. Смотрите. Мы, в принципе, тут шумно, мы так, я поснимаю, но вы расскажете, хорошо, в отдельном случае. Да, пойдем, пойдем, да, хорошо. Ну, тут, друзья, делают сетки, тут очень шумно, поэтому интервью мы тут не делаем. Это мы сейчас идем в склад. Это да? Мы идем в склад, да. Так, друзья, нам еще разрешили показать склад. Поэтому для вас эксклюзивчик такой. Посмотрим. В принципе, тут тихо, да? Да, тихо. Мы можем тут спокойно и
что-то вас расспросить. Вот такие сеточки. Ну, а это склад готовой продукции. Правильно? Да. Друзья, ну вот, приехали мы. Я себе рулончик хочу взять для доньев. Вы все знаете, что нам нужны сетка для сбора пыльцы, кто собирает, есть мелкая. И кто просто не собирает, а делает днище, допустим, сетчатое, используют сетку. Ой, хотел быстро показать, хотя бы так просто покажу. На заводе Тетра есть сетка любых, я так понимаю, с любой ячейкой, любой диаметр проволоки и так дальше. Ну, для нас, для пчеловода, тут тоже нашлась своя сетка. Я уже тут брал раз мелкую, по-моему. Вот видите, разная. Вот метровая, снятая, еще не обработанная. Вот смотрите, допустим, вот кто-то из пчеловодов захочет завтра купить, не рулон. Понятно, что это завод хотелось бы продавать рулонами, но если нужно, допустим, там 8 квадратных метров, это реально? Мы режем от метра. То есть все это... Черная от 5, только черная от 5. Черная от 5, а нержавейка... От метра, да? Да. То есть и ячейка самая разная. То есть если мне нужна 3,2 на 3,2, я звоню вам, заказываю. Практически у нас все есть в наличии, мы практически ассортимент поддерживаем все время. В принципе, я у вас уже брал, поэтому я знаю, это как бы для людей, также которые есть будут. В наличии, которые пользуются спросом, вот которые делают на... Сита, когда мед процеживают. Да. Кто-то делает из оцинковки. Эти тоже сетки есть в наличии практически все время. 2,2 и 5, 1,2 на 3. Да, 1,2. Кто делает с нержавейки, кто делает с черной. Все делают их... То есть у вас есть сетка на любой выбор. Нержавейка, черная и оцинковка. То есть можно... А вы можете показать вот тут для сравнения? Это у нас сейчас... Это черная, друзья, вот сейчас, смотрите. Мне надо тут секунду подготовить. Вот, видите, черная. И, видите, разная ячейка. То есть... И разный же диаметр проволоки, правильно? То есть я могу взять с более тонкой, чтобы дешевле. Да. И так дальше. Совершенно верно. Вот, все попаковано. А как осуществляется у вас оплата? К вам можно приехать, например, вот как я сегодня? Да. Или, то есть, доставка новой почты еще возможно, да? Новая почта, деливери, сад, кому как удобно. То есть, без проблемы? Тут единственное, наложки нет, наложенного платежа нет. То есть, по предоплате? Да. То есть, да. Деньги платят? В принципе, друзья, это завод, это не OLX, поэтому проблем никаких не будет. Опять же, это с опыта. Так что вот так, то есть пробегусь, вам покажу еще более ближе. Ну, выбор очень огромный. Пойдемте, Сухов. Пойдемте. Да. Сейчас вот уже. Сейчас. Красиво, кстати. Вот смотрите, вот оцинкованная сетка, вот я рулон сейчас, просто он запечатанный. Я здесь, я с этой стороны. Я просто... Друзья, возможно, у нас сумбурное видео получилось, нежданно-негаданно, поэтому мы напросились и так показать вам, потому что, я думаю, не каждого запускают, чтобы вот, продемонстрировать. Пожалуйста. Это тоже вот. Вот это оцинковка? Это 2,5 на 0,4, да. Но она как нержавейка. Для... извините, это оцинковка. А она дешевле, чем нержавейка? Конечно. Да. Я думаю, у вас пойдут больше заказы, наверное, после... Обратно же. Кто что... То, что преследует. Да. Ну, это же лучше, чем, допустим, черная. Поэтому я думаю, это будет... И то же самое ячейка, какая хочешь. Нет, тут мы просто-напросто... чисто под, которые занимаются пчеловодством, там их буквально 3 ячейки, и они, мы их знаем, они там 2,5. Есть, то, что пчеловодам нужно, у вас есть, то есть я к этому веду. Оно в наличии, это есть. Это одно, сейчас еще мелкое. Одну мелкую сейчас найду. Пока вы ищете, я вам спрошу за цены. Как сильно цены меняются в последнее время? На продукцию, на проволоку, на сетку. Понятно, что многое зависит. Была стабильная ситуация. Буквально, наверное, довольно-таки большой период времени.
А вот буквально с прошлой недели, непонятно с чего, цены начали расти, особенно подтянулись на черную. Угу. Но мы буквально сегодня получили новые цены. Ну, пока мы еще не понимаем, что будет дальше. Это мелко, это 1,2 на 0,3, которая оцинкованная. Я не знал, вот видите, я у вас покупаю проволоку и сетку покупал, а не знал. Вот не знал, теперь буду знать, и я думаю, многим пчеловодам это будет очень полезная информация. Кто берет оцинкованную, кто берет нержавеющую, в таких же диаметрах все. Да. А размеры метр, да, метровые? Ну, да. Вот я вам, метровые, друзья, покажу, как-то вот, видите, вот так. Метровые, ну и на отрез. Да, поэтому... Я почему спросил за цены, потому что вот завтра, к примеру, я выставлю видео, и цена будет сильно отличаться, скажут, ты говорил одна цена, нет, я могу и сказать, так дальше. Что в сегодняшнем дне мы ценовую политику, наверное, в этих позициях, наверное, не самые дешевые, просто они у нас всегда есть в наличии, и мы стараемся... Ну, мы работаем со всеми, которые производят вот именно эти для... Как они? А мы сейчас покажем витрина. Да, сейчас витрина покажем. Наши клиенты, которые покупают сетку, дали образец. Ну, друзья, тем, кто надо будет сетка, будете звонить и узнавать по тем, ну, на момент ваших покупок актуальную цену. Потому что сейчас цену сказать, это завтра она поменяется, будет не актуально. Ну, так что, ну, склад у вас большой, красивый. Это да. Еще не все. Поэтому... Так, ну, что... поймите, если держать такой ассортимент до этого и держать высокие цены, это неразумно. Поэтому... Ну, я думаю, мы вам поможем, пчеловоды. Вам помогут, по крайней мере, в проволоке и в сетке, потому что многие спрашивают, вот там, друзья, еще цех такой большой, ну, не цех, а склад. Многие спрашивают, где купить, почем и так дальше. Поэтому, я думаю, наше видео поможет и вам, и пчеловодам. Так, а это мы куда идем? А это мы идем, а это вот, где мы снимаем клей. Ага, друзья, это витрина, это здесь. Вот, друзья, наши сито есть. Это наглядный пример, как, что можно сделать, да? Как бы, да, просто это выставочное, это выставочное. Не делаем, я понял. Говорю, это просто предоставление. А то, я просто что спросил, а то еще будут вас заказывать уже готовые. Нет. Не, ну, честно говоря, мы можем свести точно так же, кто их делает, и все, и вы можете напрямую с ними договариваться. Кстати, их в Харькове находится довольно-таки... Да, мы в курсе. Не один производитель. ЕВВ-100. А вот это разновидность всех сеток, да, я так понимаю? Ну, это тут чуть-чуть для другого... Это не для меда, это для производства. Не, ну понятно, ну как бы... Ну, может, да, это разновидность. Пчеловоды же могут использовать где-то в других. Мы разных диаметров делаем фильтроэлементы, поэтому это вот так. Угу. И вот тут представлено, что из наших сеток именно производили, какие фильтра, фильтроэлементы, ну, вот так. Примерно так. Вот такая, друзья, у нас экскурсия получилась. Думали на пару минут, оказалось побольше. Ну, вот так. Так, друзья. И, ну, напоследочек, все-таки, какая цена на проволоку на данный момент? Вот сейчас я вас буду брать бухту, например. Сколько стоит килограмм проволоки, нержавейки? 160 гривен. Друзья, это цена на сегодняшний день, чтобы, если завтра кто-то позвонит... На сетку оцинкованную, на сегодняшний момент 119, у нас... Сколько? 119 гривен. 119 метр квадратный. Да, метр квадратный. Но оцинковка от 5. Мы это уже говорили, оцинковка от 5. Нержавейка от метра 2,504, 168, по-моему, угу. А 1,2 на 0,3, 192 гривен. Угу. Ну, в принципе, в комментариях мы оставим ваш телефончик. Я думаю, будут вам звонить, узнавать пчеловоды. Так что, друзья, в принципе, вот такой у нас обзорчик получился по проволоке, по сетке. Так что спасибо вам. И вам спасибо, что показали нам. Я думаю, что пчеловоды одобрят это видео и поставят там лайки. И будут обращаться к вам за сеткой и за проволокой. Ну, а мы будем вам помогать. Хорошо. Спасибо. Все, спасибо вам. Теперь хочу спросить, кто меня отпустит? Ну, с моей проволокой, сеткой там. Я. Все. Все, друзья. Вот такое у нас видео получилось.
Спасибо, что провели для нас экскурсию, для вас, для нас. Так что обращайтесь. Завод Тетра, улица... Проспект Любови Мала, 93. Проспект Любови Мала, 93. Город Харьков. Контакты оставлю в описании и в комментариях. Все, заходите, покупайте. Всего хорошего. Пока.